Привет, призыватели! Сегодня мы поговорим о 5 ОП-чемпионах, которых никто не использует. Начнем с центральной линии, и на ней мы видим Мордекайзера. На топе он отжил свое и проигрывает большинству гипербрузерам, таким как Йона, Камила и Фиора. Но на центральной линии он раскрывается совершенно иначе. На миду вы обычно встречаете либо убийцу, либо мага. А тех и других Мордекайзер с отрывом обыгрывает, и они просто не могут ему ничего противопоставить. Морда любит длительные бои и спокойно их переживает. А вот что маги, что убийцы не способны на это. Им нужно разменяться по урону и отойти. Но Морда не даст им этого и завязывает длительный бой, где впоследствии выигрывает. Руны и сборку вы можете увидеть на экране. Далее мы переместимся в сторону леса и увидим там Тима. Тима – настолько неожиданный пик в лес, что многие люди просто не видели ничего подобного. Но он – один из лучших лесников. Да он просто создан для этого. Тима хорошо справляется с лагерями лесных монстров и отлично заходит на ганги благодаря правильному использованию инвиза. А после получения 6 уровня он вовсе становится машиной для убийств. Урон у Тима даже на начальной стадии игры очень высокий, что позволяет ему отрывать куски во время гангов и заходить там, где его точно не ожидают. Также его грибы дают отличный обзор на карте, что приводит к успешно взятым объектам. Говоря об ОП-лесниках, добавляем в список Гекарима. Когда-то Гекарим был очень силен во время меты супербыстрых лесников. Он уничтожал команды целиком, но потом было много его нерфов, и он упал в мете на самое дно. Но теперь он вновь ожил и показывает себя точно так же, как раньше. Гекарим прекрасно себя чувствует в лесу благодаря изменению предметов и перевороту меты. В роли керри выступает Кайса. Из всех сборок, которые мы пробовали на ней, наша самая забытая. Ее практически никто не использует. Но никто не говорит, что она бесполезная. Многие негативно относятся к АП Кайсе, но добавленный недавно предмет оказался уж слишком сломанный. И поэтому происходит такая доминация от АП Кайсы. Урон просто невероятный. АД сборка тоже неплоха и имеет неплохой винрейт. Но вот только винрейт у АП Кайсы повыше будет. И последний чемпион на сегодня будет Брент в роли керри. Как бы странно это ни звучало. Брент в роли поддержки не так силен, ибо ему будет не хватать бюджета, а нехватка бюджета будет содействовать низкому урону из-за нехватки предметов. Играя на роли керри, вы можете реализовать максимальный потенциал и не придется думать о покупке вардов и тратить время на их установку. А в файтах 5 на 5 вы будете выдавать дамаг даже поболее, чем у ОДК. Ну что, ребята, а на этом мы заканчиваем сегодняшний ролик. Надеемся, что он вам понравился, поэтому не забывайте подписываться, ставить лайк и нажимать на колокольчик. Ну а с вами была Улулос. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!